Всем лабас. И вот дневной вид на Кабу. Прекрасный отпуск в Иордании. Горы, море. Совсем недалеко море. Мы вчера до него не дошли. Сегодня у нас круиз на море и горы. Смотри, какие они цветные горы. Уже этого шума вечернего нету. Тишина. Самая жизнь по вечерам здесь. На завтра шведский стол. Что взять? Все понятно, где что. И вот что я со шведского стола набрала. Это взяла две булочки, два яйца, какие-то сыры. Наверное, сыр такой. Это масло, насколько я поняла. И помидоры с огурцами. Кофе не было, пойдем кофе на улицу пить. Приятного аппетита мне. Ай, берется в голову, выдыхайте. Это ж все-таки Арабия. Правда, мы столько стран посетили, я 20 стран посетила, нигде так не было. Да я в Испании была, я знаю, что там так. Они встали и сказали, у нас фиеста, все, делай ты что хочешь. Слышь, в магазине ты набрал товара, у нас фиеста. Вот какой флаг большой. А он даже до Гиннесса занес. А, мы до него и не дошли, как раз вчера гуляли. Вон кораблик, который освещенный. Какая красота. Получилось за пальмой флаг. Вон как греет, какой красивый. Здесь можно на фоне флага сниматься, интересно? В Тунисе да нельзя. Как же это красиво. Набережная, все любуются красотой. Наш гид. Мы пришли сегодня в порт. И горы, горы, горы. А жара, уже, знаете, уже припекает. Ух ты, еще проверять будут по списку. На чем плавать будем? На этом. И много места всем. Смотрите, какая вода. Какая вода. Ой, какая рыбка интересная. Вау! Она живая, не живая, не знаю. Но видно, смотрите. Что есть, когда морского ежа встретишь? А? Ну вот, и за нами приплыл. Какой барахах. Ну и вот мы отплываем. Капитан. Всех разули, сказали разуться. Море красное, и совсем оно не красное, но вода чистая, чистая. Посмотрите, смотрите, какая чистая вода. Все видно, все прозрачно. Очень интересная у нас программка. Вот человек рассказывает нам что-то на своем языке. Круизный лайнер. Одиссей. Ти ор кофе? Ти. 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 Спасибо. Ти витава? И вот. Акаба со стороны моря. Даже высотки есть, смотрите, какие там фиши мебельные. Ой, на чай будешь? Кофе, это кофе он принес. Там фиши мебельный район. Акаба, смотрите, какие высотки даже есть. Мы живем вот в старом городе, вот здесь. Башня не телевизионная, а смотровая, надзирательная, потому что как бы пограничный пост. Нас на корабль сажали, даже пограничник проверял, считал, чик-чик-чик-чик, сколько нас село на корабль. Какие пейзажи, какие горы, какая красота. Ага, теперь мне объяснили. Значит так, отсюда. Значит вот, это вот Иордания, вот Иордания, Акаба, это вот Израиль уже, вот до вот этого вот отеля. Израиль, вот бордер, как говорит, вот этот вот, вот такой вот, отель, а это уже Египет.
так большущий рейд над всей Акабой. Иордания на море выход очень маленький имеет, поэтому экономит каждый кусочек земли. Вот тут у них и порт, и пляж, все в одном месте есть. И плывем мы в Саудиарабию. Конкурентный кораблик. Там же, наверное, Израиль. Где-то тут рядом. Слушай, мне на телефоне встал, израильские линии встали. Не иорданские. Самый край Иордании подплыли, на музыку заключи. Слушай, возле самой границы можно купаться. Видите, как гостиницы, отгородившись, загородившись, такие оазисы. Что, купаться сейчас пойдем? Вода очень теплая, я искупалась. Сказали, здесь большие креветки плавают, я только очень маленькие рыбочки вижу. Это черные, вот эти сказали, не дотрагиваться. Это кораллы. Где креветки? Я хочу в море креветку увидеть. А что это? Пузырьки пошли. Кто там? Что-то вот такое вот пузырьки пускает. А что это? Это креветка такая большая поплыла? Вот что это вот белое такое в воде? Это медуза, наверное, такая большая. Вот он пускает пузыри, видите? Что это такое? Газ какой-то идет. Ну, там белые пятна, но это воздушные пузыри такие идут. Вот. Видите? Я первый раз такое вижу в открытом море, чтобы вот так вот. Вот нам обед делают на корабле, рыбку жарят. Была курочка, вот курочку я не засняла, как нам жарили. Вот рыбку будем кушать, и рыбку. Вот за этот заплывать нельзя. Обед на корабле, на яхте. Там стол. Идем на обед. И вот обед на корабле, на яхте. Рыба жареная на углях, курочка, листва какая-то. Я так думаю, это сунака, такая трава резкая. Хлеб, намек нет, соусы, гумусы и колу. Нашу традиционную дали. И вот так вот. И вот возвращаемся мы из своего круиза. Занял у нас 6 часов. Этот флаг как красиво выглядит, такой большой. Флагшток Акабы занимает 5-е место в списке самых высоких флагштоков мира. Его высота составляет около 130 метров. Красный треугольник на полотнище государственного флага Иордании символизирует власть правящей династии хашимитов, мужество и сопротивление Османской империи, а семиконечная звезда в нем – первую суру Корана. Полосы на флаге обозначают халифаты хатимидов, омейядов и аббасидов. Пограничный пост. В связи с тем, что здесь везде границы, все надо заборничивать. Вот наши мальчики нас с корабля провожают. Как красиво, смотрите. Цветочки цветут, пальмы растут, ресторанчики, еще ничего нету, Garden Heron. Сейчас пойдем в пляж купаться.
пляж не проведем. Купание. Нечего нам с корабля прыгать в море.